Здравствуйте, дорогие друзья! Игра «Думай, знай, познавай» снова с вами. Я и ведущий Кирилл Махров. 5 вопросов, как всегда, готовы. И, как всегда, мы готовы задать их очередному нашему участнику. Надеемся, что он обязательно их правильно ответит. И выиграет кубок «Видно ЭТВ». Поехали! Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Ануфрий Александр Иванович. Александр Иванович, очень приятно, меня зовут Кирилл. Александр Иванович, я вам задам всего лишь 5 вопросов. Думаю, что... Надеюсь, что вы дадите мне 5 правильных ответов. Какого цвета майка лидера в спорте считается наивысшего достоинства? Желтая. А уверены на сколько? Ну, всегда желтая майка для велосипедистов, все это, да. То есть на 5? Да. И это правильно, желтая майка лидера. Отлично. Почти все самые известные они. Как ни странно, связаны с личной гигиеной. Студентам не рекомендуется мыться, стричь ногти, волосы и также бриться. О чем идет речь? Вот надо, знаете, студенты не моются. Ну, о личной гигиене и когда сдают экзамены. А как это мы называем? Сессию сдают. Понятно. Ну вот смотрите. То есть вот почему... Студентам, да, не рекомендую. Ну, сами студенты между собой говорят, вот, не моется для того, чтобы лучше сдать экзамен. Как мы это называем? О чем это идет речь? Ну, самовнушение, наверное, или еще что-нибудь такое. Ну вот, суеверие, как мы еще иногда называем? Ну, суеверие так и есть суеверие. Ну, мы их соблюдаем еще. Традиции. Понятно. Ну, а насколько уверены? Ну, наверное, на 100%. На 100%. Речь идет о приметах. Приметы. Да. Знаете ли вы, благодаря какому императору была открыта Антарктида, который организовал и проспонсировал эту сложную экспедицию? Антарктида? Но Антарктида была открыта... И русскими, понимаешь? Да, русскими. И это, ну, наверное, Николай Первый. Николай Первый. Или Николай Второй. Или, ну, Николай Второй точно не Николай Второй. Ну, да. Ну, все. Все, Николай Первый. Да. А на сколько уверены? Ну, на 50 на 50. 50 на 50. На 2? На 3? На 2. На 2. Правильный ответ – Александр Первый. Знаете ли вы, что американцы потратили несколько миллионов долларов на изобретение ручки, способной писать в космосе? А каким образом вышла из данной ситуации наша космонавтика? Ведь записывать необходимо было всегда в космосе. Каким образом вышла на... Карандашом. Не ручка, карандашом. Карандашом. Конечно. Там невесомость, она не мешает карандашу писать. А насколько уверены? Ну, тоже 50 на 50. На 2, на 3? На 2. На 2. Это правильно. Действительно, они писали карандашами. Какого вида соревнований в конькобежном спорте не существует? Вариант ответов. Смешанная эстафета, командное преследование или масс-старт? Масс-старт, я не знаю, что такое. Но... Это все, вот, по-моему, знаете, разом всех пускают, и все побежали. Ну, наверное, все существуют. Одной не существует. Одной не существует? Да, вот точно. Из трех какого вида соревнований в конькобежном спорте не существует? Так. А, смешанная эстафета, командное преследование, масс-старт. Думаю, командное преследование. Командное преследование. А насколько уверены? 50 на 50. 50 на 50. На 2, на 3? На 2. На 2. Но, к сожалению, это смешанная эстафета. 20 баллов вы не набрали, но все равно я вас благодарю за участие. И, как я сказал, для вашей жены вот такой вот поощрительный приз – это... Клиника красоты, сертификат на 1000 рублей. Пусть ваша жена остается красивой, любимой и здоровой.